Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что вас реально удивит. Конечно же, в скором будущем. Ой, реально удивит вас какая-то любовная встреча. Да. И смотрите. Вполне возможно, что вам нужно будет ехать на эту любовную встречу. Причем не обязательно далеко или недалеко, то есть или близко. Я вижу поездку. Для кого-то, возможно, в поездке именно будет не просто любовная встреча, а знакомство и начало любовных отношений. Для кого-то, хочу сказать, что в поездке появится любовник, если вы в браке. Вот. А может быть, у вас как раз поездка связана с тем, что в поездке будет вот эта самая любовная встреча, да? Вот. У кого-то из вас появится с чувствами мужчина из прошлого. Ну, тут неважно, были у вас отношения или нет, мужчина вам точно знаком. Вот. Но все связано, все крутится как раз вокруг этой поездки. Поэтому, скорее всего, в поездке будет либо любовная встреча, либо знакомство для начала любовных отношений. У кого-то может быть встреча, встретите старого знакомого, и он к вам с чувствами, да. То есть, возможно, вы жили и никогда не думали, что какой-то старый знакомый, да, что он к вам испытывает какие-то чувства, и для вас это будет большим удивлением. А вот большим удивлением будет для вас знакомство и неожиданное прямо начало любовных отношений, да, то есть вот это те события, которые будут именно неожиданные для вас.